Всем привет! Это Headliner, обзор самых важных событий из мира культуры, искусства, шоу-бизнеса и не только. Коротко о главном. Фотовыставка «Петроглифы Тамгалы». Какие снимки поразили алматинцев? Прогноз. Тайны урочища Тамгалы. Известные наскальные изображения – это настоящая древняя художественная галерея. Некоторые сюжеты рисунков поражают своим разнообразием и символичностью. В эти дни можно вдоволь насладиться фотовыставкой «Петроглифы Тамгалы» в Музее искусств имени Костеева. Памятник наскального искусства Тамгалы – это ценность не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Задача выставки – еще раз всем рассказать о данном уникальном святилище, поскольку это памятник мирового масштаба. Не зря с 2004 года Тамгалы охраняется как всемирное наследие ЮНЕСКО. Феномен Тамгалы заключается в том, что все наскальные рисунки размещены в строгой последовательности. Галерея петроглифов воплощает цельное художественное повествование, в основе которого древняя мифология племен эпохи бронзы. Данный миф, он относится к арийским племенам, поскольку петроглифы Тамгалы были созданы арийскими племенами. Каждый петроглиф это является иллюстрацией к той или иной части этого мифа о создании Вселенной. По словам куратора выставки, памятник быстро разрушается, и основная задача научного сообщества – максимально запечатлеть его для будущего поколения. Такого рода экспозиции и проходят с целью консервации уникальных исторических артефактов. Нелли Ергалиева, Михаил Полищук, Headliner.